Когда в дом входит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Дорогие измаховцы, любимые мои ученики, поздравляю вас с праздником! Желаю вам в новом году еще больше любить и познавать свой родной язык, постигать с увлечением его тайны и законы, развивать свою речь и эрудицию. А чтобы ваши каникулы были интересными и веселыми, предлагаю поиграть в буриме. Помните ли вы, что это такое? Буриме – это такая игра, заключающаяся в сочинении стихов, чаще веселых и шуточных, на заданную рифму и, конечно, на заданную тему. Тема у нас новогодняя, а рифма такая – небосвод, хоровод, вечеринка, снежинка. Конечно, если вам понравится сочинять стихи, вы можете придумывать и на свою рифму. Главное, чтобы это было весело и про Новый год. Желаю вам самых чудесных и добрых каникул!